И снова привет тебе, любимый зритель канала «Правильный выбор». В этом выпуске я приготовил для тебя рейтинг лучших моделей уличных поворотных камер. Открывает мой рейтинг модель от HiWatch. Камера обладает весьма высоким разрешением в 2560 на 1440. Угол обзора объектива составляет всего 55 градусов, но поворотный механизм позволяет охватить все 360 градусов вокруг. Кроме того, есть и вертикальный наклон от минус 15 до плюс 90 градусов. Для работы ночью у этой модели предусмотрена мощная инфракрасная подсветка, добивающая на целых 100 метров. Получается, что благодаря высокому разрешению, максимальному охвату обзора и дальнобойному ночному видению, камера позволяет получать очень детализированные видео на различных охраняемых объектах. Более того, технология AQ Sense, которая представляет из себя обученную систему распознавания, может определять людей и транспортные средства, причем до 5 человек одновременно. Естественно, что здесь также реализована и система обнаружения движения. Помимо этого, можно организовать мониторинг определенных линий или границ, при пересечении которых камера может подавать тревожный сигнал, что в свою очередь может помочь активировать определенные сценарии поведения системы безопасности. Например, при обнаружении движения человека в границе охраняемой зоны камера может захватить персонажа в фокус и следить за ним, передав в этот момент тревожный сигнал о проникновении на базу. По сути, всего лишь одна камера представляет из себя целый центр видеонаблюдения. Корпус камеры позволяет без каких-либо проблем закрепить ее хоть на стене, хоть на потолке. При этом он достаточно прочный и вынослив, и спокойно относится к температурам от минус 40 до плюс 60 градусов по Цельсию, а еще стандартизирован по IP66. Это значит, что практически полностью защищен от проникновения пыли и других посторонних предметов, а также переносит даже небольшой ливень. Отличная уличная поворотная камера для организации видеонаблюдения на самых разных видах объектов. Обойдется она примерно в 26 тысяч рублей. Если найдешь модель себе по душе во время просмотра, то обязательно загляни в описание. Там есть все ссылки и промокод для тебя. Второе место достается модели от марки IMO. Симпатичная уличная камера с ушками-антеннами и поворотным механизмом. Устанавливаться может на любую доступную плоскость с помощью специального кронштейна. Обладает весьма солидным разрешением в 2592 на 1944, то есть позволяет получить высокую детализацию на отснятых роликах. Обзор непосредственно самой камеры составляет 102 градуса, но при этом с помощью поворотного механизма можно добиться обзора на все 360. Угол вертикальной наводки при этом достигает 90 градусов. В ночное время камера умеет подключать инфракрасную подсветку, добивающую на 30 метров. Интересно, что и эта модель тоже умеет распознавать людей и машины. Эффективно узнает человека на расстоянии примерно в 22 метра, а машину в 44. С помощью камеры можно оперативно и при этом гибко организовать небольшой пункт видеонаблюдения и охраны. В модель встроены механизмы отправки тревожных сигналов на подключенную базу. Кроме того, она и сама может принять превентивные меры, чтобы спугнуть незваных гостей с помощью звука. Управлять камерой можно через встроенный модуль Wi-Fi. Корпус камеры отлично переносит температуры от минус 30 до плюс 60 градусов. Не боится дождя и пыли благодаря защите по стандарту IP66. Обойдется эта модель примерно в 9700 рублей. Проверь, подписан ли ты на канал «Правильный выбор». Если нет, то сейчас самое время это сделать. Свежие ролики с рейтингами актуальных товаров и предложений с самых разных категорий выходят здесь регулярно. Ну и, конечно, не забудь про лайк и комментарий. Третье место достается модели от марки Esvis. Внешне камера сразу привлекает внимание своим необычным видом. Выглядит как сфера, разделенная на две полусферы разными цветами. В нижней располагается объектив с поворотным в двух плоскостях механизмом. Разрешение обеспечивает достаточно комфортное 2880 на 1620, позволяющее в подробностях разглядеть все детали на снятых роликах. Благодаря поворотному механизму спокойно охватывает любую территорию на все 360 градусов. По вертикали может подниматься и опускаться на угол до 80 градусов. Кроме того, камера обладает некими задатками искусственного интеллекта, позволяющими ей детектировать людей и транспорт. При обнаружении людей может следить за ними, поворачивая свою умную голову. Довольно удобное приложение позволяет задействовать встроенный микрофон и динамик, чтобы удаленно поговорить с пришедшим курьером. Инфракрасные светильники добивают на 30 метров, обеспечивая ночное зрение.
Корпус камеры не боится ни пыли, ни дождя, ни зимы, ни лета. Готов ко всему, стоит эта модель около 8600 рублей. На четвертое место моего рейтинга становится еще один представитель Esvis. Купольная камера с поворотным механизмом. Он помогает охватить обзором в 360 градусов всю вверенную территорию. Снимает в разрешении чуть меньше, чем у пары предыдущих моделей, но тем не менее достойным. 1920 на 1080. При необходимости камеру можно настроить таким образом, чтобы она сама при обнаружении движения отпугивала загулявших посторонних на территорию личностей при помощи света и звука. Для управления предусмотрено простое и понятное приложение. В нем можно выбрать до 12 углов, на которые камера будет сама поворачиваться. То есть это могут быть какие-либо важные зоны, например, входные двери. Встроенный динамик и микрофон позволяют использовать камеру как полноценный видеодомофон. Если к тебе пришел курьер или гости, открывать дверь не хочется, то можно побеседовать с ними удаленно через приложение. Модель умеет снимать и в ночное время. Для этого она оборудована инфракрасной подсветкой, добивающей на расстояние около 30 метров. Причем ночью можно обеспечить полноценное цветное изображение за счет пары встроенных прожекторов. Правда, на расстоянии всего около 20 метров. Камера вполне приспособлена к суровым испытаниям и работает в диапазоне температур от минус 30 до плюс 50 градусов по Цельсию. Относительно недорогая модель, которая обойдется примерно в 4700 рублей. Пятое место достается простенькой камере, выходящей под маркой TWS. В первую очередь интересно тем, что имеет встроенный модуль 4G. Это делает камеру более автономной и независимой от домашней сети Wi-Fi. В основном же камера повторяет многие характеристики предыдущей модели, то есть обладает разрешением 1920 на 1080. Имеет поворотные механизмы, угол обзора в 110 градусов. Ночной режим имеется, для этого объектив по кругу обвешан инфракрасными светодиодами, которые бьют на расстоянии до 30 метров. Помимо всего прочего, модель умеет распознавать движение, также неплохо себя чувствует зимой. Для управления рекомендуется использовать универсальное приложение V380 Pro. Обойдется эта модель примерно в 4200 рублей. Шестое место достается модели под маркой Smart Electronics. Снимает камера в довольно скромном разрешении 1280 на 720. Но есть одна интересная особенность. Объективов тут два, и пишет камера в два канала, которые потом можно совместить и наблюдать за разными зонами охраняемой территории. При этом один из объективов статичен, а второй может вращаться. Датчик движения имеется, поэтому как только в зоне контроля что-то начнет шевелиться, пользователю придет уведомление. Ночное видение реализовано на расстоянии около 30 метров. Довольно необычная модель, которая обойдется примерно в 4200 рублей. Ну и напоследок покажу тебе довольно необычное решение для поворотной камеры под маркой TWS. Интересна модель прежде всего своим креплением, которое представляет из себя цоколь для лампочек типа E27. То есть ее можно вкрутить прямо в патрон дома или на улице. Для уличного применения придется придумать над камерой небольшой навесик. Разрешение заявлено в 1920 на 1080. Поворотный механизм рассчитан на обзор в 355 градусов. При этом вертикальная наводка может регулироваться в пределах 95 градусов. Есть датчик движения и ночное видение на расстоянии до 10 метров. Необычная модель, которая обойдется примерно в 2800 рублей. Если нашел камеру себе по душе, то загляни в описание, там есть все ссылки и промокод для тебя. Подпишись на канал «Правильный выбор» и поддержи меня своим лайком и комментарием. А я с тобой прощаюсь, приходи на следующий выпуск.